Я просто не успел на встречу. Я в форме был. Это вам подарок. Агайзер для стола. Он сам сделан на 3D-принтере. На стол вот так прикрепите. На а, я понял, да. Я понял, да. И ручки можно ложить. Это был его проект научный. Ты расскажи, почему научный ты стал это создавать. Научно-практический, да? Да, практически, правильно, правильно. Вот я уже научился еще. Просто на парте... Знаете, всегда бывает беспорядок из школьных принадлежностей, и ты на них отвлекаешься и не успеваешь. Вот мы с папой сделали, спроектировали такой органайзер, и я для всего класса его распечатала. Молодец. А ты, как тебя зовут? Салим. Успехов. Папе привет. Хорошо, поработаем.